Турнір отличный, организация прекрасная, судьи вообще на высшем уровне очень нравятся. Какие цели у команды на турнир? Ну, разумеется, победа и сыграть на Лобановского. У нас много людей, уже пятые и шестые курсы, ну, грубо говоря, последний год. И цель сыграть на Лобановского наконец-то. Очень организация прекрасная. Мы с удовольствием участвуем в каждом турнире, который проводится под эгидой «Динамо Киев». Организация на высшем уровне, база отличная, судьи отличные. Ребята с удовольствием принимают участие, приезжают, находят время, потому что мы всегда рады участвовать в этом турнире, с удовольствием принимаем участие, приезжаем на все матчи, которые соперники хорошие ребята, все умеют играть в футбол, все прекрасно, соперничество проходит в интересной борьбе, судьи хорошие, мы всем довольны и с удовольствием будем участвовать дальше и во всех турнирах, которые будут проходить под эгидой «Динамо Киев». Группа вообще у нас непростая, довольно хорошая. У нас 4 хорошие команды. Соперник неплохого уровня, но я уверен, что в следующих матчах, стыковых, будут соперники сильнее уровня. И то, что мы сегодня выиграли с разгромным счетом, это ничего не говорит. Нам нужно только тренироваться и побеждать в следующих матчах. Только так. Шевченко без победы – это не Шевченко. Цели на турнир однозначно планируем попасть в тройку. В тройку, потому что есть мотивация сыграть на стадионе Лобановского. Я знаю, что там полуфинал и финал. Поэтому идем к этой цели шажочек за шажочком.